Привет, друзья! Сегодня буду делать простой, очень легкий и очень вкусный салат из кальраби и авокадо. Поехали! Кальраби моем, чистим от кожицы, а также срезаем грубые части и нарезаем с помощью овощерезки. Можно натереть на терке или измельчить ножом. Если будете стереть на терке, то лучше использовать крупную, так чтобы кусочки кальраби чувствовались, оставались хрустящими. И туда же отправляем измельченное небольшим кубиком авокадо. Нарезаем его прямо в кожице крест-накрест и с помощью ложки из кожицы извлекаем. Измельчаем листики кинзы. Если кинзу не любите, используйте какую-нибудь другую свежую зелень, например, петрушку. Добавляем вкусное оливковое масло и также немного кунжутного. По желанию можно добавить немного винного уксуса или лимонного сока. Соль, черный молотый перец. Я добавлю в свой салат семена чиа. Можно добавить семена кунжута. Высыпаем их прямо в салат и все хорошо перемешиваем. Обязательно пробуем на соль, перец и при необходимости добавляем. Не салат, а сплошная польза. Немного острого перца. Где там моя дегустаторша? Держи. Ну, твой вердикт. Хрустящий. Травка, кинза, авокадо, кунжутное масло. Очень вкусно. И перчик. Любительница остренького. Ну что, друзья, вот так предлагаю разбавлять вкусное калорийно вкусным легким. С вами был Саша. Саша, мама в качестве дегустатора. Cooking Time. Пока-пока. Руки дупеют просто моментально. Глаз не оторвать. Давайте, пейте! Это еще Петросян. Колесо обозрения. Колесо обозрения. Магазин всяких сладостей. Я тебе еще попугай, что ли?